Сегодня прошел очередной конкурсный день, и у конкурсантов была возможность представить свои таланты в общении с родителями за счет разбора кейс-методов взаимодействия, описания ситуации и, собственно говоря, сам на практике применения разрешения данной ситуации. Впечатления, конечно, очень захватывающие, очень такие какие-то бурные эмоциональные, я бы сказал, потому что это что-то такое было очень необычное, особенно финал общения с родителями, профессиональными актерами. Удивило меня то, с каким упорством, с какой настойчивостью эти родители отстаивали свою точку зрения. Оказывали сопротивление, требовали от нас эмоциональной вовлеченности. Это вот действительно очень интересно было. Такой практика ориентированности и возможности показать свои действительно компетенции, свои навыки, свои умения, и заключается потенциал профессионального роста. Сегодня я попробовала пообщаться с родителями, побеседовать с ними, и мне вот очень понравилось, мне прям это принесло огромное удовольствие. И как педагогу необходимо не только знать свой предмет, уметь его преподать, то есть методику преподавания очень важно, но и психолого-педагогические такие вот аспекты. Мне кажется, что в современном образовании не хватает такой практической составляющей в самом образовании. Наше обучение по программе «Бакалавриат» предполагает огромное количество теоретического материала, а вот практики не очень много по причине того, что не хватает времени для проведения каких-либо тренингов. Мне кажется, что нужно вот некие такие практические моменты включать в само образование, для того, чтобы изначально люди, которые поступают в педагогический университет, собираются быть педагогами в будущем, чтобы они изначально понимали, на что они идут, куда они идут. Те жизненные ситуации, решения которых они должны были предлагать сегодня, они типичные для школы. Это множественность конфликтных зон. Что они демонстрировали? Знание возрастной психологии, знание элементов конфликтологии, прекрасное владение устной речью, с письменной чуть похуже. Было видно, как совсем юный специалист пытается справиться с отнюдь нетривиальной, хоть и часто встречающейся, какой-то проблемой или какой-то коллизией, конфликтом. И видно, как, с одной стороны, человек подавляет себе избыточные эмоции, нервы, все-таки это конкурс, все-таки это какая-то ситуация стресса, а с другой стороны, явно демонстрирует то, что в нем есть, и то, чему успели научить. Я думаю, что Олимпиада дала мне огромный опыт общения с родителями, проведения открытых уроков, опыт коммуникации правильной, опыт построения отношений и опыт противостояния стрессу. Очень много позитивных эмоций, возможности путешествовать, потому что мы посетили город Псков, там проходил очный этап первый, и вот теперь мы в Москве. Олимпиада оказалась очень интересная, достаточно корректно составлены задания. В общем, это огромный путь вверх, это большой опыт для всех нас. Хотелось бы сказать спасибо организаторам Олимпиады за то, что они дали нам такой шанс попрактиковаться и, в принципе, понять, какова же на самом деле профессия учителя. Я в полном восторге, я очень довольна, что я сюда попала. Я бы хотела это повторить, но, возможно, это будет нереально, так как я выпускница. Сократ сказал, что в каждом человеке все-таки есть солнышко, но нужно заставить это солнышко светить. И вот эта Олимпиада помогла вот мое солнышко, которое внутреннее, засветить. Были очень яркие ребята, и если бы я еще и видел то, что они делали, то абсолютно не исключено, что мне было бы очень интересно уже сейчас говорить с ними о будущем трудоустройстве. Конечно, да. Я настроилась, что готова идти работать в школу. Люблю очень детей и проводить с ними время, сотрудничать. И самое главное – научить их не только своему предмету, но и научить тем вещам, которые необходимы у нас в жизни. Победители, финалисты профессиональной Олимпиады, конечно, имеют гораздо выше шансы быть востребованными у работодателей. И самое главное, что их планка развития стоит гораздо выше уже сейчас. Я бы с удовольствием пригласила некоторых из ребят к себе на встречу и предложила бы работу в своей образовательной организации, да, с удовольствием.